Перед тем, как вы узнаете дату выхода новой серии турецкого сериала «Не отпускай мою руку», хотелось бы рассказать вам немного о ней. Дженк в последний момент был доставлен в больницу и срочно был отправлен в операционную. Узнав, что Кадир никуда не уезжает, Мелисса снова начинает надеяться на их любовь. Тем не менее, Кадир обвиняет себя в болезни Дженка, намерен держаться подальше от Мелиссы. Азми оказывает давление на Сумру, чтобы вернуть акции. Азра пытается изменить отношение Дженка к своей семье. С другой стороны, Фериде готовится принести огромную жертву, чтобы вернуться в компанию Дженка. Сможет ли эта жертва госпожи Фериде вернуть Дженка в компанию? Из-за того, что произошло, Сераб остается одинокой. Но в неожиданный для нее момент она получит поддержку со стороны. Уже совсем скоро все любители турецких сериалов смогут насладиться новой серией турецкого сериала «Не отпускай мою руку» на русском языке, которая появится на ваших экранах уже 10 марта. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео. До скорой встречи!